Валуйские семьи, в которых родились двойняшки, по традиции получили в подарок коляски. Прошлый год оказался рекордным. В 2014-м в районе появилось на свет 14 пар близнецов. Красненский краеведческий музей создает новую коллекцию памятных вещей земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. Первым экспонатом стало письмо-треугольник капитана Красной Армии Алексея Аносова, которое бережно хранилось его потомками. В Белгороде дал концерт хор Московского Сретенского монастыря. Кроме полюбившихся духовных песнопений и народных песен, хористы исполнили произведения Александры Пахмутовой.